Привет всем! Сегодня будем готовить суп с домашней лапшой. Для этого нам понадобится средняя морковь, средняя луковица, две картофелины, зелень и, конечно же, домашняя лапша. Рецепт домашней лапши смотрите по ссылке в описании. Бульон я уже приготовила. В кастрюлю воды я уже положила целую грудинку. Она у меня уже закипела, и я подсолила воду. Одну чайную ложку соли и два лавровых листика положила для вкуса. Приступаем к нарезке овощей. Нарезаем луковицу. Нарезаем луковицу мелкими кубиками. Лук высыпаем на заранее разогретую сковороду с растительным маслом. Натираем морковь на крупной терке. Тертую морковь соединяем с луком. Лук и морковь уже почти готовы. Вольем туда немного бульона, чтобы они лучше протушились. Нарезаем картофель средними кубиками. Я не хочу слишком густой суп, поэтому я беру так мало ингредиентов. Если вы любите погуще, то вы можете взять 3 картофелины и больше лапши. Наш бульон уже варится 20 минут после закипания, и я хочу добавить в него немного специй. Эта специя у нас 15 трав называется, немного хмели-сунели и ложечку куриной приправы. Высыпаем нашу нарезанную картошку. Нарежем зелень мелко. Мясо у меня варилось полчаса. Я его вытащила и уже нарезала. Сейчас мы наши овощи перекладываем в кастрюлю. И туда же отправляем наше мясо. Это еще провариваем минут 10. Смотрим по готовности нашей картошки. Наш картофель уже сварился, и мы добавляем нашу домашнюю лапшу. Я ставлю примерно 2 жменьки, так как не хочу очень сильно густой суп. Лапша у нас поварилась 5 минут. Засыпаем зелень. Закрываем крышкой. Только начинает кипеть, выключаем. И даем настояться нашему супу. Смотрите, какой красивый наваристый суп у нас получился. Приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!